Всем привет! Меня зовут Настя Гаспарович. И в прошлом видео мы делали вот такой вот красивый блокнотик. Кому интересно, как его сделать, посмотрите ссылку под видео. Но сегодня мы будем делать вот такое вот сердечко Валентин. Для этого нам понадобится половина листа А4. Ложим лист вертикально и начинаем. Сначала складываем лист вот так. Треугольничек. Разглаживаем. Разгинаем. И то же самое с другой стороны. Смотрим, чтобы все было ровно. А то сердечко не получится. Разгинаем. И теперь нам надо вот эти вот треугольники подогнуть сюда. Вот, берем так. И двумя пальцами гнем их к серединке. Чтобы здесь все сошлось. И придавливаем. Теперь вот эти вот уголки мы загинаем к верхнему уголку, к верхнему краю. Неважно, если у вас здесь остался пробел. Теперь вот эти вот края мы загинаем к этому прямоугольнику. Вот так вот. И второй. Переворачиваем и нижнюю сторону подгибаем к этой крыше. Потом один треугольник выгибаем вниз. Вот эти вот два остаются там. Теперь ищем серединку. Вот у нас серединка. Мы подгибаем этот треугольничек так. Видите? Вот. Чтобы он подходил к серединке. Вот. Вот так вот. И второй. Теперь мы их засовываем вот в эти вот кармашки. Вот он, кармашек. В него надо засунуть. Наше сердечко почти готово. Так вот. Теперь
Вот эти вот уголки мы загибаем не прямо вниз, а чуть-чуть левее. Вот так вот. Вот. И засовываем вот в этот вот кармашек. И второй точно так же. Засовываем. Скоро 14 февраля. И вот такую вот валентинку вы можете подарить своим близким или другу. Желаю любви и хорошего настроения. С вами была Настя Гаспарович. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал и ставьте вот такие лайки. Пока-пока!